Перед вами исторические кадры кинохроники, снятые в Баку почти 40 лет назад. Веками порабощенные женщины Востока впервые вышли на демонстрацию, но чадру они еще не сняли. Посмотрите, как выглядит Баку сегодня и как изменился облик азербайджанской женщины. Начальником лаборатории электростанции работает Азиза Айдамирова. Молодой инженер, она внесла много ценных рационализаторских предложений. Славу хорошего хирурга снискала за многие годы напряженного труда Фибра Кадымова. Много операций сделала она, многим спасла жизнь. Дочь рабочего, Таира Таирова, стала ученым. Она возглавляет Государственный научно-технический комитет при Совете министров республики. Таира Таирова – депутат Верховного Совета СССР. На этих нескольких примерах можно видеть, как за годы советской власти изменилась судьба женщин Азербайджана –